Константин, добрый день. Слушаю вас. Меня зовут Максим Харитонов, компания «Газпром Инвестиции». Вы у нас регистрацию уже прошли. Ну, было такое. Отлично. Константин, звоню вас поздравить с успешной регистрацией. Да. Скажите, пожалуйста, вы с информацией разобрались? Ну, там какая информация? Там про простая регистрация, ожидайте звонка менеджера. Все больше, ничего там не было. Ага. Я понял. То есть вы не на официальном сайте регистрировались, правильно? Да мне выплыло в поисковике. Я себе искал брокерскую компанию. Вот выплыло в поисковике. А, понял. Mm-hmm. Понял. Хорошо. Mm-hmm. Ну, вы ее нашли, грубо говоря. Окей. Какие есть вопросы у вас, Константин? Не стесняйтесь, задавайте. Да, и мне никаких вопросов нет. Мне просто надо купить акции. Все. Все, понял. Вопросов нет. Окей. Ага. Тогда давайте с вами ознакомимся. Да, вы в целом первый раз будете принимать участие в данной серии. Да нет, я года два назад, год назад, наверное, инвестировал. Ну, работал в брокерской компании. Тоже акции покупал, продавал. Угу. Ну, как бы все. Вот это последнее время не работал ни с кем. Понял. Угу. Понял вас. Хорошо, смотрите, я тогда у вас WhatsApp на этом номере телефона, Константин? У меня нету WhatsApp, я не пользуюсь мессенджерами. А, WhatsApp мне. А мессенджерами вообще не пользуюсь. Вообще понял не вас, пользуюсь. Понял. Я хотел вас добавить сразу вам, да, чтобы скинуть еще информацию о компании, чтобы на будущее. Ну, тогда, если что, будем общаться. Хорошо, Константин. Что? Информация о компании, ну, что Газпром Инвест. Мне информация как бы не важна, мне надо, чем быстрее денежки вложить, тем лучше. Потому что с нашими темпами инфляции. Хорошо, Константин, нашими хорошо. Темпами инфляции это вообще ужасно, что творится. Хорошо, Константин, я понял. А сколько собираетесь еще вкладывать? Ну, у меня есть 600 тысяч. Ну, естественно, сразу не буду все. Я бы хотел бы посмотреть немножко. Нет, понятно. Нет, да, правильно. Тысяч на 30, тысяч на 30-40. Поэтому, да, нужно сначала. Правильно, полностью с вами согласен. Сначала нужно закупиться на маленькую сумму, поработать месяц, убедиться во всем, да, потратить заработанные деньги, а дальше уже, если что, доинвестировать. Угу. Совершенно верно. Хорошо. А вы в определенную какую-то компанию хотите вложить? Я так понимаю, зарабатывать на дивидендах хотите? Да я бы хотел бы акции «Газпром» купить. В акции «Газпрома» вложить хотели бы? Ну да. Че, они, я посмотрю, они то упадут, то поднимутся, то упадут, то поднимутся. Причем, ну так, неплохо можно... А для чего вы хотите в акции «Газпрома» вложить? Ну как еще, для сохранения денежек. Я вот это... Понял. Сейчас заработал. Ну? У меня компаньон моя, Маруся Михайловна, на отдых уехала. Ага, понял вас. Хорошо. Ну, смотрите, да, в принципе, хотите начать с 30 тысяч рублей, правильно? Да, давайте на 30, ну, давайте 40 тысяч. У меня как бы 60 есть на карте. На 40 тысяч. Да, на 40 тысяч, у меня 60 на карте. Хорошо, вам данная сумма доступна на вашей банковской карте доступна, Константин? Да, у меня сбербанковская карта, и у меня на ней 60 тысяч. По Сбербанку? Ага. Окей. Тогда я сейчас переведу на финансовый департамент компании. Так. Вам помогут активировать торговый счет. Хорошо. Согласны? Хорошо, спасибо вам большое. Так, все, сейчас... Да, сейчас буду переводить, пока перевожу, сейчас, одну минутку, пока у нас все заняты, да, финансисты. Давайте с вами поговорим еще, да, в целом, давно хотели бы заняться инвестированием? Да у меня... А вот как раз сейчас освободился, ага, говорите. Да у меня времени особого не было в последнее время, занятий не было. Ага, понял. Хорошо, смотрите, все, как раз освободился, сразу вот финансист нашей компании, сейчас я вас на него переведу, и непосредственно он поможет вам активировать торговый счет, хорошо? Хорошо, спасибо вам. Все, одну минутку. Алло, Константин, добрый день. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, да, говорю. Здравствуйте, меня зовут Павел, я являюсь одним из ведущих аналитиков компании. Ага. Рассказывайте, какие у вас есть вопросы, помогу разобраться. Меня перевели на вас.
сказали, на финансовый отдел переведут в департамент. Это активировать надо торговый счет. У меня на карте Сбербанка. Хорошо, да. Давайте я вам помогу. Хорошо. На карте Сбербанка. Замечательно. Тогда смотрите, что сейчас вам нужно сделать. Поставить меня на громкую связь. Так, и... И зайти в приложение Сбербанк Онлайн. А у меня на компьютере доступна эта опция. Сейчас, извините, 5 секунд подождите, я сейчас зайду. А, хорошо, заходите через компьютер. Угу. Так, код. Сейчас заставочка пройдет. Ага, есть. Хорошо. Я в приложении. Так, ага. Теперь нажимайте на вашу банковскую карту. Так. Так, и что? Потом, оплатить или перевести? Оплатить или перевести. Ага. Так, переводы между своими счетами клиенту Сбербанка в другой банк, другому человеку. ЖКХ. А, теперь выбираете клиенту Сбербанка. Так, клиенту Сбербанка, ага. Так, и реквизиты надо. Угу. И указывайте реквизиты. 4279. 4279. Ага. 3000. 3000. А, 3000, да. Ага. Потом 1593. 1593. Ага. 5596. 5596. Так, что там? Да. Теперь смотрите, когда вы сейчас указываете сумму. Так, сейчас. Вот. И когда вы нажмете перевести, вам сразу же наберет робот, и в роботу просто скажете, да, перевод подтверждаю. А, вы имеете в виду, что от банка? Да, да. Это Венера Эриковна, да? Эриком. Да, Венера Эриковна. Ну. Вас как зовут? А, Павел. Браво! Браво! Слышишь аплодисменты, Пашенька? Вчера твоя... А, сегодня твоя Аннушка уже мне въебала эту карту. Она уже заблокирована, малыш. Какая Аннушка? Аннушка ваша, туповочка. С Газпром Инвеста, блядь. Ну чё? Что? А, опять ты въебал в дроповскую карту. Во второй раз уже въебываетесь. Красавчик ты, вау! Это тебе аплодисменты от группы авторов канала «Мошенники звонят по телефону». Если что. Да. Реквизиты запрашивают на P2P. На P2P? Ты дура тупая. «Газпром Инвест» не занимается инвестированием. Он занимается строительством промышленных объектов. Это раз. Во-вторых, брокерские счета не открываются посредством дроповских карт. Дура. У вас что там, сало в голове вообще конкретно засело? Иди в окоп и сядь, защищай батьковщину.